Выпускники написали ЕГЭ по русскому языку. Это последний из обязательных предметов. Остались экзамены по выбору – биология, иностранный язык, химия и история. Завершатся экзамены 19 июня. Время 9 часов утра. Несмотря на то, что до экзамена еще час, взволнованные школьники уже собрались во дворе лицея номер 4. Сегодня им предстоит написать один из основных предметов – русский язык. У большинства выпускников это последний экзамен. Как признались ребята, перед ним уже нет такого страха и волнения, которые испытывали в первый раз. Эмоции самые лучшие, потому что это последний у меня экзамен уже. Волнения особо нету, потому что это русский язык, с русским как бы проблем нету. Готовилась, как и все, наверное, варианты ЕГЭ, как обычно, с учителями. Школа помогла, конечно, очень хорошо. Никаких волнений, переживаний нет. Уже давно это поборол. Еще, наверное, с 9 классов. Просто мне кажется, чтобы сдать хорошо экзамен, даже не только по русскому языку, нужно усердно подготовиться к нему и уделить достаточное количество времени. Ну и все. В пункте сдачи экзамена, который был оборудован в 4-м лицее, ЕГЭ по русскому языку сдавали более 140 человек. Всего в районе было подготовлено 4 пункта сдачи экзамена в 1-м и 4-м лицеях, в 16-й и 17-й школах. К сдаче ЕГЭ по русскому языку было допущено в общей сложности 445 славянских выпускников. В аудитории школьники проходили, предъявляя паспорт. При себе можно было иметь только ручку. Чтобы экзамен проходил без нарушений, велась постоянная видеотрансляция в интернет. Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускники смогут узнать 27 июня. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».